Развлеклась очередная красота. Как вы знаете, всегда, когда пеку хлебушек, я обязательно вам его показываю. Всегда он получается идеально. Это молочный хлеб. Всегда получается хорошо. Смотрите, какой. Ну, вот просто. Уже какой? 110 раз показываю вам. Какая все ровненькая. Нигде не потрескался ничего. Супер просто. Добрый день, дорогие друзья. Я вас всех приветствую на своем канале. Только что испекла хлеб. Хлебопечка у меня сейчас освободилась. И сейчас на кулинарный канал я буду снимать видео классного кулича. Очень хороший кулич. Печь я буду его в хлебопечке. Конечно, я вам потом попозже покажу, как получился. Но более подробно, конечно, вы увидите на канале «Хозяюшка Рута». Еще должна мне с Амазон прийти сегодня посылка. Мне прислали сообщение вчера, что сегодня привезут мне посылку. Миски, которые я заказывала. Так что я вам покажу тоже их. Так, пропищала печка, уже кулич готов. Ну-ка, сейчас. О! Ой, классно получился, сейчас вам покажу. Сейчас я его сразу украшу и уже покажу, уже какой он, уже конечный результат. Кулич готовится вообще без всяких заморочек. Все ингредиенты сложил в хлебопечку, он испекся, вы его просто украсили и все. По вкусу он такой не сухой, очень хороший, очень вкусный. Мне понравился очень. И, кстати, мужу тоже очень понравился. Кулич получился просто суперский, классный кулич, обязательно его испеку к своей Пасхе. Рецепт уже есть на канале «Хозяюшка Рута», кто не знает, подсказку на него вы найдете прямо в верхнем углу. Это мой второй кулинарный канал. Я люблю экспериментировать в хлебопечке и выпекать разные изделия. Я уже не первый кулич пеку в хлебопечке. Это уже, наверное, четвертый, так понимаю, по-моему, по счету этот кулич, не помню, да? И все куличи у меня получались отлично, этот кулич тоже. Если вы хотите, чтобы он был бы еще повыше, тогда берите полторы порции. Я сделала порцию, можно взять полторы. Если брать две порции, боюсь, что он слишком высоко поднимется, хлебопечки не хватит размера хлебопечки. Полторы порции еще можно взять. Но меня вполне устраивает такой размер, потому что мы тут сейчас все подсели немножечко на диету, поэтому нам вполне хватит такого кулича. В общем, рецепт будет там. Позвонил курьер только что, сказал, через 3 минуты уже будет, так что спускаю за посылкой. Слушайте, какая-то слишком маленькая коробочка. Там же должны быть миски, они такие высокие, побольше размером, а тут что-то какая-то маленькая. Ну, подслеживание это миски, потому что то, что я там еще заказывала что-то, там они еще не выставили даже. Не знаю, сейчас откроем, посмотрим, что мне мучают смутные сомнения. В этой посылке должны быть миски. Ну, какая-то очень маленькая коробка. У меня, когда пришла лопатка, и то была коробка в 2 раза больше, там бумаги было много напихано. А здесь какая-то очень маленькая коробка. Я не знаю, миски такие, как я думала, что они размером сюда точно не поместят. Поэтому я уже сомневаюсь, что здесь такое. Сейчас. Слушай, а что это такое? Я вообще не понимаю, что тут такое маленькое. Если это миски, я просто сейчас упаду тогда. Ну не может больше по этой миске быть до такого размера, ну чего? Я не знаю, сейчас посмотрим. Точно, блин, это издевательство. Я думала, они большие, а они вот такие маленькие, посмотрите, вообще. Я когда смотрела размер, мне показалось, что большой. А что я в них класть-то буду? Боже, что я купила, а? Офигеть, короче. Маленькие такие мисочки купила. Kitchen Aid.
Да уж, что мне прям смешно, если честно. Я думала, нормальные миски, чтобы можно было там что-то в них замешивать, салаты делать, например. А это вообще, ну, крохи какие-то пришли. Обалдеть. Ну, вот это попадало. Не помню, сколько они стоили, но если бы я знала, что они такие маленькие, я бы не брала бы их, конечно. Смотрите, вообще крохи пришли, слезы, а не миски. Да уж. У меня аж там прямо аж смешно. А на картинке такие большие, там размеры указаны были. Я посмотрела, вроде нормальные размеры. Что-то как-то вообще. Это вообще мне даже как-то смешно. Не, ну прикольные, маленькие, но они слишком маленькие. А что я в них делать-то буду? Это какие-то остатки еды, только если остаются. Сюда переложил просто. И все. Ой, ребята, с этими мисками детям такой в песочнице играться. Я думала, знаете, такая, ну, разные, как вот бывает, мисочка побольше, поменьше там, да, ну такая нормальная будет. Я думала, вот большой будут делать салаты какие-нибудь там. Ну, конечно, сами они хорошие, да, пластик такой хороший, да. Ну, размер, конечно, ребята, ну да. Ну ладно, ну какие есть, пускай будут такие. Ладно, у меня большие миски есть, пускай будут такие маленькие, ничего страшного. Какие-то остатки еды буду Сашем складывать такое. Ничего, в хозяйстве все пригодится. Мне так смешно вообще просто. Беру коробку, да, если мне показалось, вот эта коробка маленькая, а в этой большой коробке еще меньше коробка. Слушайте, вообще просто, ну ладно, какие есть, такие есть. Самый прикол, что мне показалось, что это маленькая коробочка для мисок. Думаю, ну неужели миски в этой маленькой коробочке? А в этой коробочке еще коробочка поменьше. Это вообще, конечно, я сейчас не могу, слушайте, мне прям так смешно. Время уже обеда, я немножко проголодалась, сейчас подо себе кое-что вкусненькое сделаю. Сегодня на обед у меня тальятелла с морепродуктами, с кукурузой, с салатом. Салат посыпала, соль, перец, также семена льна, семена кунжута. И все это залила оливковым маслом. И также здесь еще семена конопли. В общем, такой полезный обед. Очень вкусно поела, не хватало только бокала вина. Но мне сегодня на работу, я за рулем, поэтому... Алкоголь употреблять мне сегодня нельзя, но было очень вкусно. Как вы помните, недавно купила я рыб. Рыбки чувствуют себя прекрасно, очень хорошо адаптировались. Рыбки здоровые, хорошие и украшают мой аквариум теперь. Теперь так интересно сидеть, наблюдать за ним. Вот так вот сяду, когда делать нечего, и наблюдаю за рыбками. Друзья, здесь я готовлю бигус из свинины и свежей капусты. Рецепт бигуса будет на канале «Хозяюшка Рута», также я выложу. Также сейчас буду запекать еще очень вкусную картошечку в микроволновке в сливочном соусе с лучком под сыром. Очень вкусная будет картошечка. Эту идею мне подал муж. И я решила приготовить, я думаю, получится очень вкусно. И рецепт этой картошечки, если получится вкусно, тоже будет на канале «Хозяюшка Рута».
Ну вот, картошка получилась очень мягкая, посмотрите, с сыром вообще. Очень вкусно и в сливочном соусе. Там вот внизу сливочный соус, лук. Картошечка получилась, ну, очень, смотрите, и лучок, и сыр тянется. Очень вкусно. В микроволновке быстро, 20 минут и готово. В духовке получится то же самое. Каждый пусть готовит, как ему удобно. Ну вот, друзья, вот такой бигус получился. Посмотрите, очень вкусный, с мясом, с капустой. Здесь я добавила помидорку и картофель в сливочном соусе. Картофель в сливочном соусе будет тоже на канале Хозяюшка Рута рецепт. И бигуса тоже будет на канале Хозяюшка Рута. Так что ждите там рецепты. Ну что, друзья, картофель мне очень понравился, получился изумительно вкусный, даже вкуснее, чем я думала. Поэтому рецепт удался, обязательно выложу на кулинарный канал. Бигус тоже. Кто любит свежую тушеную капусту, это блюдо для вас. Бигус — это вообще кухня литовской, латышской, национальное это блюдо, да, также польской, украинской кухни. Этот бигус, да, его можно делать как с квашной капустой, так со свежей, как из говядины его можно сделать. В общем, кто все делают немножечко по-разному, да. Я сейчас сделала со свининой и свежей капустой, мультиварки, быстро, за час все приготовилось, было очень вкусненько, мне очень понравилось, сейчас дам задегустировать своему супругу, это же мой главный дегустатор. Ну, скажи свой отзыв. Это просто бомба. Вкусно? Просто бомба. Очень вкусно. Ты очень доволен? Очень. Да. Самое главное, что муж доволен, значит вкусно. Да. Попробовал ты сказать, что невкусно. Зайчка, такое не могу себе позволить. Как тебя больше не кормила бы тогда. Такое не могу себе позволить. Да. А кто там такой? А кто это там? Ну иди сюда. Ой, Моля, ты не можешь выйти? Тебе слишком узко? Ну, я тебя приоткрою как-то дверь. Ну, ты же как-то зашла. Все, трусиха. Несколько дней было тепло у нас, а теперь опять 4 градуса. Холодно на улице, ветерочек такой. В общем, как-то не наладится погода. Даже сегодня снег шел. Муж утром рано встал, говорит, такой, говорит, снег шел. Ну, мокрый, быстро растаял, но сам факт. Сегодня у нас 25 число, ребята, да? Я когда-то помню... Раньше, в какие-то времена, я уже в это время загорала в дюнах на море. А сейчас мы здесь сидим и ходим в теплых куртках. В общем, вроде бы я уже достала, муж смеется, достала босоножки, убрала зимнюю обувь. А у нас опять начались холода, короче. У меня уже такое не первый раз, что когда я убираю зимнюю обувь, обязательно настанет холода. Вот сейчас опять убрала всю зимнюю обувь, достала босоножки. И вот, пожалуйста, вам результат. Начались холода. Рыбкам положила кабачок, вернее не рыбкам, а улиткам. Посмотрите, весь кабачок уже слопали. Осталось только колечко. И колечко скоро тоже съедят. Уже к утру ничего не будет. Сегодня утром положила, и уже, посмотрите, все внутреннее съели. Ну, до вечера, может, или... Ну, к утру точно уже ничего не будет. В общем, все слопают. Мои сладкие. Красивые. Это ампулярии улиточки. Такие красивые. Сейчас я смогу показать вам свой аквариум. Какая-то жизнь появилась в аквариуме. Интересно посмотреть. Ну что, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать сегодня с вами. Все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем влоге. Всем до свидания!